Первое заседание сразу после установочной сессии городского совета. В комитет по социальным вопросам вошли уже опытные депутаты, но есть и те, для кого горсовет – это первый политический опыт, плюс ко всему и первый опыт работы в составе комитета. Сформирован первый комитет, полностью сформирован, не только состав его депутатский, но также выбран и председатель, заместитель председателя комитета, а также секретарь комитета. Это постоянный комитет по социальным вопросам, мандатным вопросам и депутатской этике. Сегодня у них состоялось первое заседание к сессии по вопросам, которые мы будем рассматривать 26 сентября. Все вопросы были доложены, депутаты, ряд вопросов мы просто оговорили, как мы работаем. Это больше касается депутатов нового созыва, которые пришли после перерыва, либо в первый раз. Ну, по-моему, вот насколько прошел первый день, мне кажется, вполне продуктивно, работали конструктивно. Председателем комитета по социальным вопросам стала Наталья Абышева. На протяжении двух прошлых созывов она уже работала в его составе, но в статусе заместителя председателя комитета. Безоговорочное право собрать комитет обладает председатель этого комитета. Он собирает. Вопросы, которые рассматривают, тоже прерогативы председателя комитета с учетом предложений председателя совета депутатов. Вот здесь вот такой момент. Поэтому как он будет работать, это все зависит от тех обстоятельств, которые нам предлагает наша современная жизнь. Константин Аникин, Андрей Аралов, новости.